Здравствуйте. Итак, класс «Открытые кобели стандарт». Сегодня немножко отдохнем после такого большого и разнообразного класса молодых сук. У нас в этом классе 12 собак. Ну, сразу объясню, что некоторые собаки изначально писались в открытый класс, некоторые не смогли найти ролик проверки и были переведены сюда только поэтому, то есть, возможно, даже они где-то проходили проверку, просто не могут подтвердить это на нашей виртуальной выставке. Так или иначе, здесь собралось 12 собак. Ну, прямо скажем, это не самый сильный класс на нашей выставке, но, между тем, собаки довольно есть интересные, и мы их сейчас рассмотрим. На первом месте это однозначный лидер ринга, кобель номер 7, вот такой яркий, гармоничного пропорционального сложения, с хорошим выражением, несколько светловатые глаза, но здесь я как раз по фотографии не хотела бы судить, потому что вот из издержки виртуальной выставки высветленная фотография, очень сильно это проблема всех фотографов, фотографирующих помещений, и я не стала бы однозначно утверждать, какого цвета у него глаза. Портрет нам, к сожалению, при естественном свете нам не предоставили. В остальном у него очень красивая голова, объемная морда, корректные правильного постава уши, хорошо заполнена морда под глазами. У него правильные, просто вот отличные черты головы, линии головы, хорошо выражена нижняя челюсть, шея отличной длины правильного выхода, выражена холка, достаточно длинная спина, хорошей длины поясница, коротковат, хорошего положения круп. Грудная клетка глубокая, ну, достаточной длины. Очень хорошие углы передних, очень хорошие углы задних конечностей. И в движении собака показывает крепкую линию верха и отличный баланс движений. Также вот он смотрится очень крепким. И сегодня он у нас на первом месте. Получает высшую оценку в этом классе. Но титулы мы в этом классе, к сожалению, не даем. На втором месте номер 2006. Это кобель такого же крепкого костяка, даже немножко мощного. У него красивая голова с темными глазами, но хотелось бы видеть больше заполненную морду под глазами. Несколько великоватые уши, но они корректного постава, крепкие, темные глаза. И, конечно, несколько излишне выражена горбинка на носу и сырые губы. Вот. Достаточной длины шеи, чуть высоковатого выхода, выражена холка, длинная спина, хорошая отличная длины поясница, круп должен быть длиннее. Глубокая длинная грудная клетка, хорошие углы передних конечностей, очень хорошие углы задних конечностей. И сегодня он на втором месте. На третьем месте номер 9. Эта собака тоже хорошего костяка, но несколько сыроватая, имеет признаки сырости. У него темные глаза правильной формы, очень отличного постава и размера уши, хорошо заполнена морда под глазами. Несколько кругловат лоб и выражен подвес на шее. Шея должна быть длиннее, но она правильного выхода, выражена холка, коротковата спина, чуть-чуть удлинена поясница, круп должен быть длиннее. Глубокая грудная клетка, которая также должна быть длиннее, очень хорошие углы передних и задних конечностей. И в движении также эта собака демонстрирует хороший баланс, хорошую амплитуду, но несколько заваливается наперед. Но сегодня эта собака на третьем месте, и также это очень красивая собака, и будь она в другом классе, я бы рассматривала ее на получение сертификата. На четвертом месте номер 6. Это собака, которая выглядит на большинстве фотографий, он выглядит несколько младше заявленного возраста, но будем это тоже списывать на издержки виртуальной выставки. Итак, у него красивая голова с объемной мордой, хорошо заполненной под глазами, правильной формы
глаза, чуть длинноватые уши корректного постава, хорошая линия черепа, чуть-чуть кругловат лоб и сыроватые губы. Достаточная длины шеи правильного выхода, выражена холка. Коротковата спина, удлинена и плосковата поясница и коротковат круп. Глубокая грудная клетка, которая также должна быть длиннее. Умеренные углы передних конечностей, хорошие углы задних конечностей. В движении он достаточно хорошо держит линию верха, но вымах должен быть лучше. На месте на пятом месте номер 22. Собака хорошего костяка, с красивым выражением, чуть немножко опущены уголки глаз, но между тем у него хорошая объемная заполненная морда, темные глаза, правильного постава и размера уши, и правильные черты линии головы, хорошо выражена нижняя челюсть, длинная шея, отличной длины шеи корректного выхода, выражена холка. Коротковата спина, длинная, излишне длинная плосковатая поясница и короткий круп. Глубокая грудная клетка, которая также должна быть длиннее. То есть эти параметры, длина спины и длина грудной клетки, они всегда связаны друг с другом. Умеренные углы передних конечностей, хорошие углы задних конечностей. Это красивая собака, и она у нас сегодня на пятом месте. На шестом месте у нас кобель номер 8. Это крепкий, отличного костяка, занарный кобель с объемной головой, с объемной мордой, светловатые глаза, и большие, и широко расставленные уши, излишне широко расставленные. Но у него очень красивые линии головы, правильные, хорошо мощные челюсти, хорошо выражена нижняя челюсть, достаточной длины правильного выхода спина, выражена холка, коротковата спина, несколько удлинена поясница, но при этом она обмускуленная, вот здесь это хорошо видно, я потом покажу, как это выглядит, когда она не обмускуленная, и коротковат круп. Грудная клетка достаточной глубины и должна быть длиннее. Умеренные углы передних конечностей, хорошие углы задних конечностей. И он очень крепкий. То есть, вот опять же, можно полюбоваться, как на самом деле выглядят лапы в комке. Все видели. Номер 2008 на седьмом месте. Этот яркий кобель. У него объемная морда, заметно светловатые глаза, хорошего положения и корректного постава уши. Несколько сглажен переход и кругловат лоб. И чуть-чуть сыроватые губы. Чуть низкого выхода, достаточной длины шеи, выражена холка, коротковата спина, длинная плоская поясница, излишне длинная плоская поясница, короткий круп. Глубокая грудная клетка должна быть длиннее, очень хорошие углы передних конечностей, очень хорошие углы задних конечностей, но из-за несколько нарушенной пропорции линии верха в движении он припадает наперед и имеется неравномерность линии верха. И сегодня он на седьмом месте. И также я хотела бы видеть у этой собаки как раз больше мускулатуру для возраста открытого класса. То есть это у нас от 2 лет, как вы помните. И в этом возрасте собака должна быть несколько более развита физически. Итак, на восьмом месте у нас кобель номер 4. Такой красивый кобель с мужественной головой, небольшими строго поставленными ушами, правильной формы глаза. Морда должна быть чуть объемнее, но она достаточно хорошо заполнена под глазами. Излишне сырые губы, но достаточно хорошие линии черепа. Чуть низкого постава длинная шея, хорошо выражена холка, хорошая длины спина, удлинена и плоская поясница, и хорошей длины, но несколько скошен круп. Глубокая грудная клетка достаточной длины, очень хорошие углы передних конечностей, хорошие углы. На 9-м месте кобель номер 2.
Это черная собака, у него светлые глаза, хорошего объема морда, чуть сыроватые губы, несколько великоватые, ну, хорошего постава уши. Правильные линии черепа. Шея должна быть длиннее и несколько более низкого постава. Выражена холка, достаточно длинная спина, чуть удлинена поясница, короткий круп правильного постава. Достаточно глубокая грудная клетка, также должна быть несколько длиннее. Хорошие углы передних конечностей, хорошие углы задних конечностей. У него баланс движений должен быть также лучше. И в движении собака заваливается на холку. Ну, он вот довольно крепкий. И получает также высшую оценку. На 10-м месте собака номер 3. Это собака очень хорошего костяка, с хорошим выражением, чуть светловатые глаза, несколько излишне строго поставленные уши хорошего размера, морда хорошо мужественная, выражение, но морда хорошо заполнена под глазами, но должна быть несколько объемнее. Чуть сыроватые губы. Коротковата шея правильного выхода, хорошая длинная спина, излишне длинная и плоская поясница, короткий чуть подскошенный круп. И поясница должна быть лучше обмускулена. Глубокая грудная клетка достаточно длинная. Очень хорошие углы передних и задних конечностей, но в целом эта собака должна иметь лучшую физическую форму в таком возрасте. На 11-м месте кобель номер 1. Здесь как раз собака очень в отличной физической форме, собранная, крепкая, с головой правильных линий. Чуть излишне фигурные уши, достаточно темные глаза, чуть сыроватые губы. И излишне выражен подвес на шее, но при этом у него правильные линии черепа и хорошо выражена нижняя челюсть. Достаточной длины шеи, чуть высоковатого выхода, очень хорошо выражена холка, длинная спина и длинная глубокая грудная клетка. То есть это собака таких хороших пропорций корпуса, ну, по соотношению высоты роста и глубины грудной клетки и пропорции именно размеров грудной клетки, длины спины. У него хорошие длины, отличные длины поясница, то есть она компактная и просто соединяет грудную клетку с крупом, но короткий и несколько подскошенный круп. Умеренные углы передних конечностей, недостаточные углы задних конечностей, и сегодня эта собака на 11-м месте. Но у него высшая оценка, очень хорошо. На 12-м месте кобель номер 5. Собака также очень хорошего костяка, с красивым выражением, чуть крупноватые глаза, отличного размера и постава уши, объемная морда, чуть излишне подчеркнут переход от лба к морде. Короткая шея низкого постава, холка выражена, но спина должна быть длиннее. Хорошая длины поясница, но она плоская и слабо обмускуленная. Достаточно, коротковат и подскошен круп. Грудная клетка достаточно глубокая, но должна быть длиннее. Умеренные углы передних и задних конечностей. Вот есть еще вот такая стойка, ну, в общем, примерно то же самое. И также, но все собаки, я напоминаю, в этом классе получают высшую оценку. Очень хорошо для этого класса.